Right to Life presents. К сожалению, многие уличные собаки становятся жертвами автомобилей, пытаясь выжить, будучи совершенно беспомощными на дорогах общего пользования в поисках защиты, еды и воды. Издалека видно, как по узкой дороге едет машина. Внезапно транспортное средство теряется в никуда и продолжает двигаться вперед. Все кажется сном, и вдруг машина появляется снова, оставляя за собой пыльный след. Рассеиваясь, на асфальте лежит невинное четвероногое существо, смертельно раненое. Нередки случаи, когда на дорогах находят животных, которые потеряли свои дома или, что еще хуже, были брошены на произвол судьбы каким-то безответственным и бессердечным человеком, который потерял интерес к заведенному им домашнему питомцу. Эта трагическая история случилась на загородной дороге в Сербии, где была найдена бездомная собака в состоянии крайней растерянности. Судя по всему, девочка бродила по этому месту, когда водитель автомобиля не заметил ее и она попала под колеса его автомобиля. Человек на авто безразлично скрылся. У нее были серьезные рваные раны, так как помимо удара ее протащило еще несколько метров. К счастью, собаку удалось обнаружить группе спасателей из приюта для собак и кошек в городе Младеновац, пригороды города Белграда, столицы Сербии, где и произошли события. Фургон, в котором ехали сотрудники приюта, остановился, и один из волонтеров вышел, чтобы помочь мохнатому бедолаге. По его словам, он был в очень плохом состоянии. Однако нечто худшее вот-вот должно было предстать перед его глазами. Оказалось, что не одна, а две души находились во овраге. Свернув на обочину дороги, в канаве лежал ее брат, которого, к сожалению, постигла та же участь, он попал под машину, но погиб в результате сильного удара. Это была душераздирающая сцена, которая разбила мне сердце. Хотя первый щенок был в плохом состоянии, когда я увидел второго мертвым, я просто потерял дар речи, рассказал спасатель. Но благородство и благодарность собак – это что-то просто за гранью человеческого понимания. Нет ничего лучше того духа преданности и доброты, который вы ощущаете каждый день. И дело в том, что, несмотря на ее боль и страдания, и хотя сначала она была подозрительна, когда она увидела приближающегося человека, собака вильнула хвостом в знак благодарности. И эта девочка, которую позже окрестили Ниной, казалось, переходила из состояния ужаса к полному счастью в секунду. Ее эмоции разворачивались на 180 градусов, и поэтому ее спаситель вскоре обнаружил сложность попытки спасти застенчивого, но взволнованного щенка, поскольку машины продолжали мчаться по шоссе. Транспортные средства продолжали проезжать мимо на высокой скорости, из-за чего было труднее добраться до нее. Благодаря уловкам мне удалось добраться до нее, и, наконец, мы смогли доставить ее в безопасное место, добавил он. Если вы с собакой попали в ситуацию, подобную той, что описано в этой короткой истории, то лучше и правильнее всего будет обратиться в компетентные органы, которые помогут и придут на помощь. Это кажется очевидным, но иногда мы пытаемся помочь. Подвергаем себя риску или подвергаем опасности других людей или животных. По этой причине необходимо обязательно останавливаться с осторожностью и в безопасном месте, не препятствующем дорожному движению. Нина оказалась очень ласковой и нежной девочкой. Несмотря на весь ужас, который она пережила, она не утратила доверия к людям. Она недолго пробыла в приюте и уже через неделю ее забрала к себе жить девушка из другого города. У нее уже была другая собачка, с которой Нина быстро подружилась. Самое главное – действовать разумно и избегать возможных рисков для всех, когда мы помогаем животному, находящемуся в опасности. Но, прежде всего, самое главное – предложить свою поддержку этим уязвимым существам. Поделитесь этой историей. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.